На улице минус 23. Сейчас покажу вам, как заводится шерп. Я его уже не заводил. О, видно, да, весь замерзший стоит. Ну, не знаю, давно уже не заводил. Просто люди мне звонили, не могли шерпа завести. Это я тут себе под задницу, чтобы задница не замерзла. Звонили, не могли шерпа в минус 10 завести. Значит, чего? Без всяких вибаст. Самое главное, не залить свечу накаливания. Ну, что делаем? Включаем массу. Включили массу. Значит, поворачиваем ключ, выжимаем сцепление. Сцепление надо выжать, потому что без выжатого сцепления не заведется. Поворачиваем чуть-чуть ключик. Вот как раз загорелась лампочка свечи накаливания. Сейчас она потухнет. И начнем крутить стартер. Все, не завелся. То есть схватился с первого раза, не завелся. Маленечко сейчас надо постоять. Чуть-чуть, буквально, там, не знаю, секунд 10. И повторяем процедуру. Все, еще раз. Так несколько раз. Машина просто давно уже не заводилась. Аккумуляторы стоят самые обыкновенные здесь, с завода. Никакие не гелевые, не фельдеперстовые. Повторяем процедуру еще раз. Вот она такая. Все, отпускаем сцепление. Маленечко я на педаль газа нажал. Прогреется. Я буквально. Никаких проблем при заводке с кубодой не возникает. Самое главное, не залить свечу накаливания. Зальешь свечу, все, придется потом маслать его долго. Все, отпустил педаль, вообще сейчас работает на холостых, на своих, как положено. А я его сейчас оставлю, чтобы он поработал здесь, наверное. Сейчас пока буду ездить, пару часиков пускай поработает.